Ребята, в Америке. Вы на канале Мисс Ева в Америке. Что ты нам расскажешь сегодня? Расскажу, как будем рисовать в песке Ева. Пойдем, посмотрим. Нарисовала девочку. Это Ева. А, это Ева. Какая хорошенькая. А напиши свое имя на песке. О, по-русски пишешь. Молодец. Ева. А теперь по-английски напиши. Ой, я не знаю, как по-английски. Так же? Е, только В галочка. В галочка? Угу, вместо, ну, В как галочка. Хорошо. Сейчас, ребята, подождите, мне песок. Сейчас я песок вытащу. Все. Сейчас. Е. Во, молодец. В, галочка. И А, как русская. Ева написала по-русски. Ева. И по-английски Ева. Ребята, а сейчас еще красивее девочка и Евочка будут. Ой, какие волосики. Ой, всегда с улыбочкой. Какая жизнерадостная Евочка. А я рычать умею. О, как тигр. Или как лев? Как лев. Это я упишу слово. Вы не угадаете, что за слово. Это по-английски слово. Не знаю. Уавг. 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 Ребят, я сейчас вам покажу. Смотрите. Сначала... Вот. Вам круг не нравится? Нравится. Если не нравится, растопчите вокруг. А зачем? Красивый круг. А квадрат вам не нравится? Квадрат тоже нравится. А треугольник? Треугольник вообще нравится. А овал? Мне нравится овал. Ух ты, какой красивый овал. Вон сколько геометрических фигур Ева нарисовала. А это что у тебя? Угадайте. Я знаю. Скажи ребятам. Это прямоугольник. Молодец. Угадайте, у него 4 угла, как у квадрата. Да, 4 угла, как у квадрата. Но он вытянутый. Да. У него неравные стороны, как у квадрата. У квадрата равны, стороны равны, а у прямоугольника смотрите, нет. Вот мне круг не нравится, я его растопчу. Мне нравится больше всего овал. И квадрат. Это я отмечаю, что мне нравится. Молодец. Ева пойдет в школу в августе, через 3 месяца. Ты была в школе, Ева? Да. На собрании? Да. Ну и как, тебе понравилось? Да. Расскажи ребятам, как там? Что там вы делали? Мы были на плейграунде. Еще мы читали книжки, но не сначала на плейграунд. Читали книжки, рисовали фигурки, бегали на плейграунд и еще что-то делали. Здорово. С ребятами познакомилась? Привет.
Познакомилась с ребятами, которые в школе? Привет. Да. Понравились они тебе? Да, 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 да. Хочется в школу? Да. Ну вот. Я прям еще дождалась прям в школу хочу. Еще прям в школу хочешь? Скоро, скоро, Евочка, пойдешь. Ну что, скажем ребятам до свидания? Нет. Нет еще? Нет. Смотрите, ребята, я могу рисовать, смотрите. Сейчас. Мама, научи меня рисовать робота. Ой, это сложно. А я знаю, какого Давай. Робота нарисовать. Ух ты. Ух ты, какие закорючки. Хорошенький. А теперь пока-пока. Пока. Пока, ребята. Подписывайтесь на Елен канал. Ставьте лайки. Ставьте хард. Хард? Сердце. Сердечко, да? Да. Ставьте нравится, если вам видео понравились наши. Подписывайтесь на канал и бай-бай. Бай-бай.